Этот семинар по мультимедийным инструментам для журналистов меня прежде всего поразил своей информативностью. Я была действительно удивлена, что сейчас есть такое огромное количество ресурсов в сети интернет, которые позволяют даже начинающему журналисту легко использовать шаблоны для создания различных видов мультимедиа, будь то инфографика, интерактивная карта, интерактивное фото, аудиоподкаст или видеогалерея. То есть наш сайт работает уже 3 года, но мы в своей работе использовали на сайте Lao.kz только фотогалереи и видеоподкасты. Причем они не всегда были связаны с основными постами на сайте. И сейчас мы эту ошибку прежде всего и исправили. Ну а на семинаре очень хорошо, что теория совмещалась с практикой. Мы смогли на пальцах изучить те ресурсы, которые позволяют на шаблонах создавать совершенно новые уникальные мультимедийные инструменты и мультимедийные формы. И сейчас остается вопрос только о реализации тех навыков, которые мы получили на тренинге от Камилы Жусуповой, потому что вот эта многостаночность региональных журналистов, она, если честно, совершенно не оставляет времени для того, чтобы, во-первых, собрать данные для какой-то интересной работы по дата-журналистике, а во-вторых, для того, чтобы действительно вновь и вновь пробовать и набивать руку на тех мультимедийных инструментов, чтобы создавать что-то новое, интересное, красочное свое. Но мы понимаем, что это действительно требование сегодняшнего дня. Сейчас большой интерес у наших пользователей именно в сфере мультимедии. Поэтому мы постараемся в ближайшее время прям поставить себе в план, что вот сделать эту работу планомерной, и тогда, я думаю, что мы начнем продвигаться именно в этой работе по развитию мультимедийных форм именно на нашем сайте. А так, по тренингу у меня совершенно нет никаких нареканий в плане организации, потому что, как я уже говорила, теория прекрасно сочеталась с практикой, и очень хорошо, что на семинаре побывали молодые, начинающие журналисты, которые как раз могут сейчас схватить новые знания и использовать их в своей каждодневной работе. Я уже замечаю по своим коллегам, которые на своих ресурсах, интернет-ресурсах используют некоторые виды мультимедийных форм и видов. И я думаю, что нам не стоит уступать им и отставать от них. И в ближайшее время мы начнем планомерную работу именно в этом направлении.